так, вот так, все на месте, пожалуйста, ждем всех деток. Мамы, дети, быстрее, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Где самые маленькие дети? А ну-ка ко мне сначала самые маленькие подходят. Кому 6 лет? Около 6. Все сюда. Ты ручку поднимаешь? Давайте, дети, сюда. Кто еще? Там есть еще малыши? Нет? Так, сейчас малыши, а кружочек умеете делать? Да. Да? Вот давайте сейчас, Ира, возьми пока самых маленьких и вдоль этого начинай делать кружок. Так, Ева берет следующих, вижу свое знакомое лицо. Ева, ты забыла, что тебя Ева зовут? Да? А ну-ка бери тех детей, которым 7-8 лет, и тоже продолжаем кружок строить. Бери, бери. Вот туда, вдоль площадки делаем кружок. Это все надо. Сейчас там будет. Давайте. Да. Вот так. Сначала будем молиться. Вот молодцы. Дотя, Дотечка, Марина, Да, очень сильно знакома. Очень сильно. Назовитесь, пожалуйста. Базаева Елена Александровна. Базаева Елена Александровна. Базаева. Вот, а я Гурбанина. Все, здравствуйте, здравствуйте. Все, потому что по интернету знакомая. Съемки в интернет, прямой эфир. Отлично, отлично. А я тут с младшей внучечкой, с дочкой. Самая малявка. Берет с собой беседочки. И там будут происходить разные чудеса. Ясно? А
подружнее, ясно? Стараемся в хороводе? Опять стараемся? Включай, пожалуйста. Громче. И все в правую сторону идем, вправо, вправо, вправо. Мы пойдем направо. Оттянемся, проснемся. Так, потянулись. Попрыгаем на месте. Попрыгаем вместе. Обратно, как пингвины. Покатимся с сардинами. И руки поднимем. Опустим, поднимем. Опустим, поднимем. Да, и друга обнимем. А теперь станцуем чуть быстрее. Раз, два, три, и мы пойдем налево. Пойдем направо, направо, направо. Давайте повернемся. Потянемся, проснемся. Попрыгаем на месте. Шагнем вперед все вместе. Обратно под пингвины. Покатимся с сардинами. И руки поднимем. Опустим, поднимем. Опустим, поднимем. Да, и друга обнимем. И еще быстрее. Раз, два, три, и мы пойдем налево. Мы пойдем направо. Два раза повернемся. Попробуемся, поднимемся. Попрыгаем на месте. Шагом вперед, вместе. Обратно под пингвины. Покатимся с сардинами. И руки поднимем. Опустим, поднимем. Опустим, поднимем. Да, и друга обнимем. Очень хорошо. И еще быстрее. Раз, два, три. Мы пойдем налево, мы пойдем направо. Давайте повернемся, потянемся, проснемся. Попрыгаем на месте, шагом вперед вместе. Обратно как пингвины, покатимся с сардинами. Вверх, вниз, поднимем, опустим, поднимем. Опустим, поднимем, да, и друга обнимем. Ну что, еще быстрее. Раз, два, три. Мы пойдем направо. Давайте повернемся. Привет, ребята! Так, скажите, пожалуйста, вы вообще нас узнали? Да! Так, и кто же мы? Вот давайте подумаем. София, зовут нас как? Вот мою подружку как зовут? Кто знает? Флора, правильно. А ты чего я? Фея природы и красивых кого? Цветочка, правильно. А моя подружка? Блум, правильно. А фея чего она? Да, правильно, я фея. А вот мы вас, ребята, совсем никого не знаем. И мы хотим со всеми познакомиться. Но вас здесь так много, что если мы будем здороваться с каждым вот так, то это займет очень много времени. Поэтому на счет три нужно громко крикнуть свое имя. Готовы? Так. Один, два, три. Так, что-то мне вообще ничего не слышно. А тебе? Нет, я тоже ничего не услышу. Может быть, ты попробуешь? Может быть, у тебя они громче закричат? Так, ребята, ну что, вы готовы? Да. Давайте на счет три громко-громко все вместе хором. Раз, два, три! Да! Ну, Влад, а я услышал все. Услышал? Да, я слышал. Вот это сосиска, сардельта, банана, сосиска. А вон полосатик стоит. Как правильно, да? Нет, неправильно. А что же так слабо кричите-то? А ну давай еще раз, последний раз, два, три. Ну теперь я всех услышала. Ребята, я рада с вами в знакомство. Ручку подняли и громко крикнули «Привет!». Так, ребят, ну вот вы такие все веселые, красивые, но и вы, наверное, самые лучшие, правда? Да? Наверное, самые ловкие и самые смелые. И как, наверное, самые сопливые. Нет. Точно нет сопливых?
Да, ты еще? Привет, но я должна проверить, насколько же вы внимательны, потому что самые-самые лучшие детки должны быть самыми высокими. Когда я говорю «самые высокие», становимся на носочки и тянемся к солнышку. Самые высокие! А кто выше? А теперь самые низкие. Кто ниже, ребята? А еще ниже. А теперь самые широкие. Вот такие широкие. А еще шире кто может? А самые узкие? Кто самый узкий? Самые узкие, ребята! А теперь самые быстрые вокруг себя, вот так. А самые медленные? Кто самый медленный? Отпогромче всех хлопает в ладошки! А то прыгает ножками! А кто громче кричит «Ура!»? Хорошо. А теперь, ребята, я буду это делать очень быстро и буду вас путать. Сейчас мы проверим, насколько вы внимательны. Договорились? Итак, самые быстрые. Ребят, самые быстрые, правильно? Самые низкие. Самые высокие. Широкие. Узкие. Узкие. Молодцы. Самые медленные. Самые громкие. Ура! Самые широкие, быстрые, высокие, быстрые, высокие, широкие, узкие, быстрые.